сделанные одним и тем же мастером. Семеном Семеновичем Винокуровым. По кличке Сеня Шплинт. Сеня Шплинт. Взломщик. Но руки золотые. Когда сидел в сталинских лагерях, он сделал, ну, не один десяток таких наручников. Но согласно легенде, дважды одного и того же замка не было. Да? Ну, давайте теперь сравним мой эксклюзив и ваш. Давайте попробуем открыть. Ну, попробуем. Видите? Сюда не подходит. Да, не подходит. А вот сюда? Пожалуйста. Да, ты довольно уже за этой.